Дня Незалежності. Черкаси. Селена Family Fest. Прекрасне місто Черкаси. Дякую! Потому что где-то прочитала, что через камеру за ним могут следить. Но мы посмеялись, и потом вечером я пришел домой, создал в соцсетях фейковый аккаунт, и с него написал жене коллеге: «Привет, ты зачем камеру заклеила?» Она написала: «Как вы узнали?» Я написал: «Присмотрись к мужу». Я проходил мимо детской площадки, и там ребенок, он бежал, бежал, а потом так резко упал, но так смешно навернулся, я так ржал. А потом смотрю: «Блин, это мой». И я понял, что у меня самый небрезгливый дед в мире. Потому что первым ноги мой я, потом ноги мой брат, потом бабушка, и только потом, последним, после всех, мой дедушка моет лицо. Мы его называем хедлайнер таза, да? Я 5 лет занимаюсь комедией, я определенно стал успешный. Прям кайф. Прям монатик, подвинься. Моя подруга очень сильно похудела. Надеюсь, сейчас никому не надо объяснять, почему это не охренительная новость. Ну, я считаю себя пострадавшей стороной. Ну, потому что она похудела на 10 килограмм, это значит, что в глазах общества я на 10 килограммов поправилась.
попку. Ноги так у камеру, попу как у кем. Попу как у кем, попу как у кем. Попу как у кем, попу как у кем. Попу как у кем, попу как у кем. Мужа можно белого, а попу как у кем. Он элефант, мой элегант. Ладрон, амулар, ладрон, афиган. України. Ми ще раз дякуємо організаторам. До Дня Незалежності. Черкаси. Селена Family Fest.